Всем привет! Сегодня на Тыковка ТВ мы хотим вам рассказать про наш самый любимый тортик. Он называется «Птичье молоко». Производится компанией «Черемушки» в Москве. С недавних, правда, пор, наверное, год уже как, этот торт называется «Молоко райской птицы». Но от этого качества его не изменилось. Вот сейчас мы открываем наш любимый тортик. Вот так вот сейчас. Открываем. Наш любимый тортик. Вот так вот он выглядит. Он очень вкусный. Я ел этот торт где-то с годов 80-х, наверное. Вот только в Черемушках очень много кто пытается делать птичье молоко, но только вкус черемушинского торта по-настоящему соответствует тому, который я ел в 80-х годах. Вот сейчас я его разрежу. Неровно, потому что одной рукой я держу мобильник. Так, вот. Здесь очень тонкая шоколадная глазурь. Очень вкусное суфле. Две прослойки хлебные, как и должно быть в настоящем птичьем молоке. Вот так вот. В общем, всем советуем и рекомендуем именно черемушинский торт птичье молоко, который сейчас называется «Молоко райской птицы». Именно здесь натуральный вкус птичьего молока. На этом я заканчиваю. Всем спасибо. Подписывайтесь на наш канал. Приятного аппетита всем. Пока.